Ну чего ты ждешь? Возьми трубку. Да, я слушаю. Здравствуйте, Оливер. О, с Рождеством вас! Не называйте меня по имени. Дженни с вами? Да. А что-то случилось? Вы не можете сейчас приехать ко мне? Нет, ну, это невозможно. Сегодня Рождество и вообще. А вы не могли бы так сказать? Это не телефонный разговор, Оливер. Нам нужно встретиться. Срочно. Я понимаю, что праздник, но... Это по поводу Дженни. Дело в том... Не знаю даже, как лучше сказать. Помните, когда вы оба были у меня в прошлый раз? Let the wind go high, let the wind go low, through the streets in my quinteto. All of us say hello, down the Persian cruisers. Мы познакомились осенью. Я учился уже на последнем курсе и часто занимался в библиотеке Рэдклиффского университета. Ну, не только для того, чтобы поглазеть на девчонок, хотя, признаться, любил это дело. Короче, до очередного экзамена по истории оставался один день, а я еще не прочел ни одной книги из рекомендованного списка. Ну, типичная гарвардская болезнь. В тот день на выдаче работали две девицы. Одна такая высокая, на вид заядлая теннисистка, а другая очкастая мышка. Ну вот и выбрал. Четырехглазые. Спасибо. У вас есть закат средневековья? А у вас собственная библиотека есть? Так, послушай, Гарвард имеет право пользоваться библиотекой Рэдклиффа. Гарвард имеет право. У нас сегодня санитарный день. Слышь, хватит врать, какой санитарный день? Тут полно народу. Ты... Слушай, у вас в Гарварде все с такими заездами. Ты что-то хочешь попросить у меня, да? Для начала поздоровайся. Я тебе не прислуга. Слышь, а у вас в Рэдклиффе все такие... Какие? Вредные. Чё? Задроты хотел сказать? Я не знал, что задроты носят такие юбки. Оказывается, носят. И это ничуть им не мешает проявлять свое интеллектуальное превосходство. Так как насчет книжки? Не получишь! Твость, я не понял! А зачем тебе книжка? У тебя же долгу написано. Мажор! Вечеринки, травка, девочки, ну почему бы и нет? Папочка ведь за все заплатит. На самом деле я бедный и умный. Ой, хорош врать, думаешь, я часы не заметила твои? Бедная и умная здесь только я. Вообще, кроме наглости, никакого ума пока не заметил. Луандрюзье, луандюкер, знаешь. Советую нанести визит окулисту. Дверь закрывается вон там, оливуар. Телефон я тебе не дам. И кофе с тобой пить не пойду. Let's
want me, everyone will let them run. Ну, я все-таки пригласил ее выпить чашечку кофе. Ну, я изобразил внезапное желание. Ну, притворился, что мне вдруг захотелось это сделать. Зато я получил свою книжку. Мы пошли в гнома. Тут такая маленькая забегаловка неподалеку, куда, несмотря на название, впускают людей обычного роста. Ну, понятно, что без сдачи. Ой, а я шоколадное терпеть не могу. Отдай его кому-нибудь. Меня зовут Дженнифер Кавилери. Друзья называют просто Дженни. Значит, Дженни, да? А мы что, уже друзья? Мои предки приехали в Америку из Сицилии. А это Италия. Нет, да. Северный полюс. Ты вообще на каком курсе? Я на четвертом. С ума сойти. Слушай, а сколько твои родители заплатили, чтобы тебя не отчислили? Слушай, если по-твоему такой мудак, зачем ты меня вынудила пригласить тебя сюда? Скажи мне, пожалуйста. Жеме тонко. Мне понравилось твое тело. Ну и как же тебя зовут, мажор? Оливер Барри. Барри? Как поэтессу? Да. Уходи. Хотя я чувствую, как тень твоя меня накрыла, что на пороге одиночества я не одна, как это было. Я изучаю полифонию Ренессанса. Ну не делай такие глаза, ничего сексуального. Ну послушай, полифония — это когда звучит много голосов, как здесь, в кафе. Ну а Ренессанс — это период в истории. Может быть, слышал, сразу после средневековья идет. Ну куда ж мне футболисту? Да. И то верно. Оливер Барри, ты тот, кому принадлежит Барри Холл. Боже мой, какие люди! Уже не принадлежит. Что такое? Мой дед подарил его Гарварду. Ну конечно, понятно, чтобы у его внука не было проблем с поступлением. Теперь понятно, почему ты здесь. Я сам поступил. Честно. Знаешь, а мой дед продал последний пиджак, чтобы купить билеты до Америки. И первое время здесь жил на улице. Ты имей это в виду, когда будешь делать мне предложение. Что? Ничего. Мне пора. У меня репетиция через 20 минут. Пальцы надо размять. Подожди. Когда мы увидимся? Никогда. Это был первый и последний раз. Слушай, паршивка. Тут в пятницу вечером футбол намечается. Играет Дартмут. Ну и... Чё, ну и я хочу, чтобы ты пришла. А какого черта я попрусь на твой футбол? Потому что я буду играть.
Барретт четвертый. Нападающий сборной команды Дарварда. Даже не мечтай, что я тебе позвоню. Даже не мечтай. Да пошел ты! Ответила, если бы я сказал... Я ни черта не расслышала. Что ты сказал? В общем, мне кажется, что я влюбился в тебя, Дженни. И ради этого ты меня разбудил? Ну хорошо, хорошо, не кажется.
Я влюбился в тебя. Что же мне с тобой делать, Барретт? С другим. Ты что, думаешь, надо мной можно смеяться, да? Глупенький, ты что? Это был мой отец! Фил! Почему я должен верить? Да я могу поклясться, чем хочешь, Фил. Ну, послушай, Фил отличный парень. Он мой друг. Ему уже 50 лет. У него пузо огромное, седая борода. Даша, ну допустим. А почему ты его так называешь? Ну хорошо, как ты называешь своего? Сукин сын. Что, прям лицо? Нет, я не вижу его лица. Ну что, он в маске ходит? В маске? Ну в каком-то смысле да. В маске. Из камня. Закажи себе что-нибудь. Я не голоден, сэр. Официант, принесите ему то же, что и мне. Спасибо. Не надо, я правда не голоден. Делайте, как я сказал. Окей. Принесите картошку фри и колу. Нет. Эту гадость я тебе есть не позволю. Он будет мясо. Но я не ем мясо. С каких это пор? С сегодняшнего дня. Знаешь, чего я больше всего не люблю? Ханжеств. Неужели ты и правда думаешь, что отказываясь от стейка, спасаешь несчастных животных? А знаешь, чего больше всего не люблю я? Кстати, насчет юридической школы. Я мог бы позвонить Прайсу Циммерману и тебя зачислю. Нет, пожалуйста, не надо, сэр! Мама очень переживает. Я обещал ей решить этот вопрос. Нет, ну пожалуйста, ну не надо. Я хочу пройти экзамены наравне со всеми. На твоем месте я бы вел себя поскромнее. Там ведь и правда экзамены. Ты не забыл, что в юридической школе нет футбольной команды? Не забыл, сэр. Не забыл, сэр. Оливер! Эй! Твой отец, наверное, ужасно гордится тобой. Ты же знаменитый спортсмен. Да ну, это он у нас знаменитость, а я так погулять выбежал. У него олимпийская медаль по гребле. Нифига себе. Чё, завидуешь? Да ну, при чём здесь это? Просто он меня затрахал. Оливер, а мама знает? Я...
в переносном смысле. Ты извращенка. Ты извращенка. Очень долгое время между нами вообще ничего не было. Ну, то есть ничего серьезного, кроме нескольких поцелуев. Вообще, честно говоря, со мной такого еще до этого не было. Ну, потому что я довольно-таки импульсивен, нетерпелив и предпочитаю действовать быстро. Но с Дженни все было по-другому. Но я не знал, как действовать. Ну, только не надо понимать меня слишком буквально. Я отлично знал, как это все делать. Просто я боялся. Я боялся, что она будет смеяться надо мной. Ну, вот над тем, что я всегда считал неотразимым стилем Оливера Байрона. Черт, да, я боялся. Быть отвергнутым еще как боялся. Только в одном я был уверен точно. Что она нужна? Вся. Оливер, ты завалишься на экзамене, если будешь только смотреть, как занимаюсь я. Да не смотрю я, как ты занимаешься, я тут сам занимаюсь. Ты разглядывал мои ноги. Ну, только иногда. В конце каждой главы. Ну что ты уж больно короткий у тебя главы. Знаешь, не такая уж ты красавица, я тебе скажу. Я знаю. Ну что же я могу поделать, если ты считаешь иначе? Господи, Дженни, да как же я могу читать Джона Стюарта Милля, когда... Я каждую секунду хочу тебя. Пожалуйста. Не надо. Что, вообще ничего нельзя? Даже целовать? Целовать можно. Но только чуть-чуть. И без рук. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, можно и без рук. Понятно, ты можешь не верить. Это. Но я говорю это впервые за 20 лет. Тебе всего 20 лет. Вот именно.
обещай, пожалуйста, если я попрошу тебя, мы остановимся. Господи, Дженни, так ты... А что ж ты раньше не сказал? Мне что, табличку надо вешать? Хорошая моя. А ты не бойся. Честно? Чего-то боялся. А ты спроси сейчас. Ты любишь меня? А как ты думаешь? Понятия не имею. Ты мажор! Разве ты не понял? Я тебя очень люблю. Больше всего на свете. Больше, чем все, все, все! Дженни солировала на арфе. Ну, конечно, я часто видел, как она играет, но никогда с оркестром или на публике. Я ее чертовски гордился. И, по-моему, она ни разу не ошиблась. Дженни! Ничего не говори, пожалуйста. Ты играла просто... Ты просто потрясающе, слушай. Ты знаешь, ты самая талантливая артистка из всех артистов, которых я вообще знаю. Варя! Я единственная артистка из всех, кого ты знаешь. Ну так не важно, я же видел! Я же видел! Слушай, когда ты играешь, а тебя просто... Просто глаз не оторвать. Дженни, слушай, у тебя дар! Прекрати! Я люблю Баха! Я играю нормально, не потрясающе. Я даже не занимаю первых мест, как ты со своей командой. Просто хорошо, окей? Окей, все, окей. Ты играешь нормально. Да. Вот так и продолжай. Держись на этом же уровне. Оливер. Я еду в Париж. Что? Я буду учиться у Нади Буланже. Ты знаешь, она...
Она потрясающая арфистка. И тогда, может быть, со временем обо мне можно будет сказать парочку хороших слов. Ты едешь в Париж? Американцев она берет очень редко. Мне ужасно повезло. Я даже стипендию буду получать. А когда ты это решила? Оливер, не глупи, это неизбежно. Эй, что неизбежно? То, что мы закончим юридическую школу, вернее, ты закончишь юридическую школу, а я... Подожди, подожди, что ты такое говоришь? Гарвард, это, понимаешь, как мешок Санта-Клауса. Он напичкан, ну, всякими сумасшедшими игрушками. А когда праздник заканчивается, все, тебя вытряхивают, и ты оказываешься там, где тебе и положено быть. Да что ты перестань, ты чего, какой Санта-Клаус, какие игрушки, кто кого вытряхивает? Как, причем, ты же не к папе в Крэнстон едешь, там булки печь. Ты едешь в Париж, это не одно и то же. Пирожные. Что? Пирожные. Ты не смей издеваться над моим отцом. А ты не смей бросать меня, черт тебя побери! А как же наша свадьба? А кто говорит о свадьбе? Я говорю. Ты рехнулся, да? Это что, ты мне так предложение делаешь? Тебе вредно слушать Баха! Да. Почему? Потому. Я прошу тебя, все, в последний раз. Скажи. Я ему позвонила. Все рассказала. Он ответил: окей. Почему ты мне не веришь? Подожди, ну что значит это окей? Ну послушай, я думала, студент юридической школы должен понимать значение слова окей. Так это не юридический термин, Жень. Он обрадовался. Да? Правда, сначала удивился, что моего жениха будут звать Оливер Баррит IV. Он знает, что у меня нет денег? Знает. А его это не волнует? Ну, по крайней мере, у вас будет что-то общее. Ну, подожди. Ну, он был бы счастливее, если бы знал, что у меня водится деньжат. А ты разве не был бы счастливее? Жанти копейка, мэнда. Слушай, подожди. Давай сбежим, пока не поздно. Поздно. Женя, девочка моя! Нет, ничего. Долго.
Я очень рад познакомиться с вами, сэр. Ил. Просто Ил. Спасибо. Что же мы с вами стоим? Пойдемте в дом. В тот день меня выручило мое изысканное воспитание. Ну, мне с детства внушали, что разговаривать с набитым ртом вообще неприлично. Фил с Дженни как будто сговорились следить за тем, чтобы мой рот постоянно был набит едой. Ну, потому говорить мне почти не приходилось. Я поставил личный рекорд в поедании итальянских пирожных. Он у тебя очень славный. Я знаю. Самой очень нравится. Оливер! Да, сэр! Фил! Да, Фил, сэр. Ты окей? Спасибо! Спасибо, сэр. Честно, я так тронут. Честное слово, я. Сэр, вы знаете, как я отношусь к вашей дочери, сэр, и к вам, сэр. Все, парень, кончай лепетать, как недоделанный. Дженнифер, перестань ругаться, паршивка. Все-таки этот сукин сын наш гость. Оливер, я понимаю, конечно, это не мое дело. И все-таки, скажи мне, что там у вас происходит с отцом? А можно мы... Можно мы замнем эту тему? Если только вы, сэр. Фил. Если только вы, Фил. Не против, чтобы ваша дочь вышла замуж за нищего. Ты ничего не сказал о Джейне. А что тут говорить? С ее происхождением пробиться в Рэдклифф – это большая удача. Напомни, кто у нее отец? Я все равно на ней женюсь. Закажи себе что-нибудь. Хотите вы этого с матерью или нет? Здесь очень недурные стейки. Так, все, я пошел. Нет, не все. Я разве говорил, что разговор окончен? Ну так говори по делу. Если по делу, юная леди здесь ни при чем. Все дело в тебе. Почему? Это твой бунт. Ты просто бунтуешь. Сын. Тогда я не понимаю. Я не понимаю, почему женитьбу на красивой и умной девушке ты называешь бунтом. Она ведь не... Она много чего не. А что тебя больше всего раздражает? То, что она католичка? Или то, что бедное? А что тебя больше всего привлекает?
закончи юридическую школу. Тогда мы вернемся к этой теме и посмотрим, насколько она актуальна. Что значит «мы вернемся»? Нет, кто такие эти «мы»? Я просто вас с мамой уведомил о том, что женюсь. Я тоже хочу тебя кое о чем уведомить. Если ты женишься на этой кондитерше... Что? Если ты это сделаешь, ко мне можешь больше не обращаться. Машина, счет в банке, обо всем этом придется позабыть. На меня можешь больше не рассчитывать. Да кто на тебя рассчитывает? Так я ушел. Из его жизни, чтобы начать свою. Он отказывается говорить, что у них там произошло. Пойми, Оливер, как бы там ни было, он все-таки твой отец. Сэр. Фил, неужели так трудно запомнить? Так, давай, набирай его номер, я поговорю с ним, как отец с отцом. Давай, Фил, точно! Да не надо, пожалуйста, не надо. У меня к вам просьба, сэр. Фил, считайте, что ваша дочь выходит замуж за сироту. Оливер, больше никогда так не говори. Да поверь, он сразу же оттает, как только придет время идти в церковь. Фил. Да? Это насчет церкви. Ну-ну. Мы как раз хотели тебе сказать. Давай. Мы этого не хотим. Нет, я ведь имел в виду не обязательно католическую церковь. Я думаю, Господь благословит такой брак в любой церкви. Фил. Это насчет Божьего благословения. И что? Мы плохо к этому относимся. К Богу? Можно я объясню, Фил? Да. Пожалуйста. Мы с Дженни не верим в Бога. И потому, Фил, мы просто врать не хотим. К нам. Куда же я денусь? Прости. Любовь, никогда не надо говорить прости. Это кто сказал? Я действительно так думаю. Дженнифер Кавильери, вы согласны взять в мужья Оливера Баррета IV? Ну скажи, да. Дженни, я уверен, у тебя получится. Это очень легкое слово. Всего короткое слово, всего две буквы. Д-А. Окей. Да.
Я тоже согласен. Властью, данной мне штатом, объявляю вас мужем и женой. Ну все! Теперь мы законные муж и жена. Ну все! Теперь я могу быть стервой. Это наш дом. А как ты думаешь, эту крышу чинили? Перенеси меня через порог. Ты что, до сих пор веришь в эту чепуху? Перенеси. Боже мой, какая же тяжелая, Дженни. А ты не думал, что я беременна? Чё, правда? Чё, испугался? Мажор, тащи домой. Нашу жизнь в течение первых 3 лет можно описать одной фразой. Где бы перехватить? Целыми днями мы думали только о том, где бы, черт возьми, добыть деньжат. Так мы и жили в обрезке. До конца месяца мы едим одни только спагетти. Мы и так едим одни только спагетти. Я все равно ничего другого готовить не умею. Я все равно люблю. Когда мы состаримся, то будем вспоминать это время спагетти и плакать. Наш образ жизни круто изменился. Мои друзья оказались достаточно тактичными и оставили нас в покое. Они не звали в гости нас, мы не звали в гости их. Директора школы, чтобы она повысила мне зарплату. Но она удивилась, что баритам нужны деньги. Ой-ой-ой, кто мог подумать, что я буду жить у тебя на содержании. Да уж, мажор, дорого ты мне обходишься. Несмотря на все наши трудности, Дженни и я были очень нежны друг с другом. Я говорю нежны, потому что мой словарь слишком беден для описания того, что значит любить и быть любимым Дженнифер Кавиньери. Упс, я хочу сказать, Дженнифер Байт. А ты не жалеешь, что выбрала меня, а не Париж? Заткнись, пожалуйста. Мне осталось спать 3 часа. А я все равно тебя туда отвезу. Обещаю. Обещай лучше, что починишь крышу. Мистер и миссис Барри III имеют честь пригласить нас на обед по случаю 60-летия. Ну я уже прочитал. Оливер. Конверт подписан матерью. Ему 60 лет, черт возьми. Нет никакой гарантии, что он доживет до того дня, когда ты, наконец, созреешь с ним помириться. Слушай, ну я занят. Но у меня завтра экзамен. Когда-нибудь Оливер V? А его не будут звать Оливер, можешь быть уверен. Да какая разница, как его будут звать?
Даже если ты его назовешь Базо в честь Клода. Да. Наш ребенок будет точно так же от тебя шарахаться, как ты от своего отца. А как это он от меня будет шарахаться? А почему это он от меня будет шарахаться? Ты знаешь, как он меня будет любить? А за что же это он будет тебя любить? А как это за что? А потому что... Твой отец... Потому что... Послушай. Он тоже тебя очень любит. Точно так же, как ты будешь любить своего Базо. Но вы, Барит, и с вашей чертовой гордостью и самоуверенностью вы можете прожить всю жизнь, думая, что ненавидите друг друга. Вопрос! Закрыт. Добрый вечер, сэр. Мне очень жаль. То есть я хочу сказать, нам очень жаль. Какого черта ты меня сюда втягиваешь? Ни черта мне не жаль. Ты настаиваешь, чтобы я отказалась? Скажи ему хоть слово. Ну, хоть поздоровайся. Я никогда! Не буду с ним разговаривать. Никогда. Ради меня. Пожалуйста. Я никогда тебя ни о чем не просила. Сердечный ублюдок. Мистер Барретт! Сэр! Вы знаете, Оливер... В общем, он хочет, чтобы вы знали. Оливер очень вас любит, сэр. Твою мать, Дженни. Какого черта? Какого черта? Пошла вон! Видеть тебя не хочу! Thank you.
Оливер. Я забыла ключи. Прости. Любовь? Это когда не надо говорить. Мне так кто сказал? Я. Я действительно так думаю. Джени! Джени! Honey, I'm home! Привет! Привет! И пока! Подожди, ну куда ты стой? Не могу, я очень опаздываю, привет! Мне нашли ученицу, буду девочку учить играть на арфе. Не будешь. Ба, еще как буду. Да. Ее мама готова мне $1.50 в час платить. И это 2 раза в неделю. Мы переезжаем. Что? В Нью-Йорк. Барри. Тебе что, предложили работу? Тебя признали первым на курсе! My hero! Погоди, подожди! Всего лишь третьим! Только третьим. Так я пошла. Ну я хочу услышать поздравления! А я хочу знать! Кто те двое, которые обошли тебя? Да какая разница, я же все равно победил. Барри, третий – это всего лишь третий. Знаешь что, Паша? Что? Я чертовски многим тебе обязан. Брешь, сукин сын? Я вру. Брешь. Ты мне обязан. Всем. Завтра же, мы садимся в поезд и едем в Нью-Йорк! Я оставляю тебя в уютнейшем кафе. А сам иду в офис Джонаса и Марша. А это еще кто такие? Джонас и Марш, это самая крутая юридическая фирма Нью-Йорка. Подписываю контракт, получаю аванс, и мы мчимся снимать квартиру! Верхний Ист-Сайд устроит, миссис Барри? Скажи, что ты шутишь. Мы поселимся где-нибудь на Ист-стрит, купим машину. Все равно на работу буду ходить пешком, там на Манхэттене жуткие пробки. Ты откроешь счета в самых пафосных магазинах и немедленно начнешь тратить деньги. Джей, я хочу, чтобы ты меня использовала. У меня все есть. Глупенько, это тебе только так кажется. Как только мы попадем на 5-ю авеню, ты поймешь, как многого нам не хватает. Особенно в Рождество. Знаешь, как всего хочется в Рождество? Самое Рождество. До конторы Джонаса и Марша идти было минут 8-10. Примерно столько же, сколько до самых пафосных магазинов на 5-й авеню. Я настоял на том, чтобы моя жена, паршивка такая, немедленно
открыла в них счета и начала тратить деньги. У меня вновь объявились друзья. Дженни! Слушай, тут мартинцы звонили. Просят нас приехать к ним на следующий уикенд. Пошли к черту! Окей. Окей. Они зануды. Окей. Подожди, так что же мне им сказать? Я не знаю, скажи, что я беременна. Правда? Нет. Держи. Но если на этот уикенд мы останемся дома, это вполне может стать правдой. Ну? Пожалуйста, гирлянду. Вот эту. Ты знаешь, по-моему, я уже решил, как будут звать нашего сына. Первого. Ты уже решил? Да. Угу. Ну? Я могу тебе сказать, только если ты обещаешь, что ты не будешь ржать. Гарантии дать не обещаю, не даю. Короче, я пришел к выводу, так, что мне нравится имя Бозо. Скажи, что ты шутишь. Нет, дай мне рады. Бозо Барет. Да, Бозо Барет. Непробиваемый защитник. Ты что, непобедимой гарвардской сборной? Послушай, так предположим. Mm? Допустим, наш малыш... Вдруг он захочет играть на арфе, может, на скрипке захочет играть. Вдруг ему не будет хотеться играть в футбол. Это невозможно. Ты что, у него будут мои гены. И он будет весить килограмм 100. Сколько? 100. Барит, а что? В наших генах не обнаружено ничего, что бы говорило о центнере. Ладно. Я буду его откармливать. Он будет у меня есть все. Витамины, протеины. Вообще все, что только известно науке. А если он откажется? Откажется, по заднице получит. Оливер, если он будет весить 100 килограмм, то по заднице получишь ты. Как я скажу, так и будет. Кстати, ты узнала, что там насчет анализа? Не знаю, доктор Шепард обещал сообщить, как только что-то станет известно. Хотя, знаешь, странно, почему я за это время до сих пор не забеременела. Исключительно из вредности. А потому что ты знаешь, как сильно этого ребенка хочу я. Возьми трубку. Да, я слушаю. Здравствуйте, Оливер. О, с Рождеством вас! Не называйте меня по имени. Дженни, с вами? Да.
А что-то случилось? Вы не можете сейчас приехать ко мне? Нет, ну это невозможно. Сегодня Рождество и вообще. А вы не могли бы так сказать? Это не телефонный разговор, Оливер. Нам нужно встретиться. Срочно. Я понимаю, что праздник, но это по поводу Дженни. Пришли результаты анализов. Мы не можем иметь детей, да? Лучше бы вы приехали ко мне. Нет, ну, док, ну, вы выяснили, кто виноват? Я бы не употреблял слово «виноват», Оливер. Ну, окей. Док, я не знаю, у кого из нас нарушены функции? У Дженни. Ну ладно, мы усыновим кого-нибудь. Ведь главное, что мы любим друг друга. Ведь правда, док, так? Оливер, все гораздо серьезнее. Дженни тяжело больна. Что значит тяжело больна? Она умирает, Оливер. Это невозможно. У нее острая аритмия. Последняя стадия. Мы можем лишь заметить процесс, но не остановить. Она не остановит. Мне очень жаль, но я буду сообщить вам об этом. Звонил. Знаешь, я подумала, а вдруг наш Базон и правда не будет любить играть в футбол? Ты же не будешь его заставлять? Нет, конечно. Мы же будем самыми либеральными родителями в мире. Будем позволять ему делать все, что он захочет. Да? Ну скажи, что мы будем самыми либеральными родителями в мире. Мы будем самыми либеральными родителями в мире. Чё-то ты скис, дружочек. Кто скис? Кто я скис? Ты что? Как это?
Достоевский, слышь, что сегодня праздник, нужно веселиться. Сегодня Рождество, давай веселиться, нужно веселиться. Давай сходим куда-нибудь, пойдем куда-нибудь. Нет, лучше дома. Давай лучше дома. Я люблю тебя. Парень, кто звонил? А кто звонил? Алло, кто звонил? Говорят, никто не звонил. Никто, говорят, не звонил. Никто, да никто не звонил, так с работы никто. Если ты трахаешься с кем-то на стороне, я тебя прибью. Ты что? Что ты такой говоришь? Немотивированное признание в любви на 5-м году совместной жизни настораживает. Да кто может с тобой сравниться? Это правда. А вдруг выяснится, что я не могу иметь детей? Мы же усыновим кого-нибудь, правда? Подожди, я на секундочку. Я сейчас приду. Подожди, сейчас я приду, буквально на секундочку, подожди. Я стал думать о Боге. Ну, о некоем высшем существе, которое обитает где-то вовне. Не потому, что мне хочется врезать ему по морде или избить до полусмерти за то, что он собирается сделать со мной. Ну, то есть, с Дженни. Нет, мои чувства сейчас совсем другие. В том смысле, что просыпаюсь по утрам, рядом я вижу Дженни. По-прежнему рядом. Я надеюсь, что где-то там есть Бог, которого я смог бы поблагодарить за то, что, просыпаясь, рядом я вижу Дженни. Мистер Всевышний, кто бы ты ни был там наверху, пожалуйста, пусть все останется так, как есть. Пожалуйста, не забирай ее у меня. Пусть мне не будет больно. Пусть ей не будет больно. Пусть будет больно мне. Сэр, я готов. Пусть она ничего не знает, только я знаю все. А еще мне стало страшно идти домой. Потому что, по прошествии нескольких недель я заметил, что Дженни начала худеть. Нет, похудела она совсем немного. Но сама она, наверное, ничего не заметила, но я знаю все. Я заметил. А еще я стал подолгу задерживаться у витрин дорогих магазинов и турбюро на 5-й авеню. Бразилия, Карибские острова, Гавайи. Бросьте все, летите к солнцу. В Лондон за покупками, в Париж за любовью. В Париж. За любовью. Что это? Это мой рождественский подарок. Ну, дудки. Какие дудки? Ты просто посмотри. Нет. Ну, просто посмотри, ну, глянь. Ну, я прошу тебя, ну, глянь. Что это за хрень? Это не хрень. Да дорогущие билеты в Париж. Смотри.
смотри, первый класс. Улетаем завтра утром. 3 дня в Париже. 4 по замкам Луары. Знаешь, я подумал, ну, глупо, да, съездить в Париж, во Францию и не посмотреть замки, да? Мы с тобой не видели ни одного замка. Вообще. Ты так хотела поехать в Париж, а я... Я помешал тебе. Не нужен Париж. Мне нужен только ты. Так это тебе обеспечено, крошка! А еще мне нужно время, которого ты не можешь мне дать. Возьми трубку. Это снова доктор, наверное. Пока тебя не было, я позвонила доктору Шепарду и спросила, какого... Я так хреново себя чувствую. Возьми трубку. Да, я слушаю. Веселого Рождества, чемпион! Это Реймонд, не узнал? Богатым буду. Короче, тема такая. Я на все праздники в Нью-Йорке. Тут у нас на следующей неделе дикий футбол намечается между нашими стариками из Гарварда и этими недоносками из Принстона. Прости, Рэй. Что значит прости? Я не могу. Что значит не могу? Старик, ты все. Это же матч века. Лучший из нас и лучший из них. Надо набрать задницу этим недоноскам. Без тебя никак. Послушай меня. Алло. Ты поедешь и будешь играть. Эй, мам. Еще как будешь. А на уикенд мы поедем к Мартинсам. И ни черта в наших планах не изменится, ты понял? Хорошо, во сколько? Так слушай внимательно и запоминай, завтра в 6 часов вечера стадион Джаэс, запомнил? Все, давай, до встречи, чемпион! А, чуть не забыл, Жене привет! Думаю, вот, а почему у меня такого не было? Да и нет. Все как-то, знаешь, по мелочи. Разошлись, встретились, опять разошлись, бодяга. А хочется так, чтобы, если любовь, то до гроба. Если расстаться, так словно руку отрубили. А то жить-то нахрена. А че сидим?
умирает. Сказали, месяц самое большее, боли начнутся такие, будет кричать. Ей всего 24 года, никогда не болела за все время, пока мы вместе. Однажды был грипп, пару раз насморк. Все. Никогда ни на что не жаловалась, даже на головные боли. Я все думаю, а что если бы я раньше заметил? Хотя что, замечать было нечего, внешне она совершенно здорова. Но все-таки, если бы я был повнимательнее, что-то почувствовал, предвидел, не знаю. Короче, если бы я отвел ее хотя бы год назад к врачу, то, наверное, как-нибудь. Ну, то есть, мы поймали бы чертову болезнь еще в зачатке, потому что, когда обнаружили, врачи сразу сказали, что все, лечить невозможно. По утрам спит, уткнувшись в меня. Привычка. Поначалу бесило страшно, спать мешало. Ну все, я пошел. Парик, ты... Нет, ну... Все нормально. Спасибо. Спортсмен. Обещай, что будешь веселым удавцом. Да что ты такой? Что ты такое говоришь? Пора звонить Филу. Ему будет тяжело. Ты должен будешь его поддержать. Да, Дженни. Ты будешь сильным. Ради него, окей? Окей. Ну все, я пошла. У тебя будет все самое лучшее, ты слышишь меня? Врачи, болото, лекарства, все самое лучшее, ты слышишь меня? Я все обеспечу! Пока, дружочек. Я все обеспечу. Я все обеспечу.
Да, я слушаю. Это я. Оливер. Как? Как живешь, сын? Хорошо, сэр. А как Дженнифер? Отец, одолжи мне $5000. Мне очень нужно. А разве Джонас и Марш тебе не платят? Платят, сэр. А что она? Уже больше не преподает. Не называй ее. Она. Да, да. Дженнифер. Она ведь тоже работает. Оставь ее. В покое, отец. Это мое личное дело. Очень важное дело. Из-за какой-нибудь девицы у тебя неприятности. Именно так, сэр. Именно так. Одолжи мне денег, пожалуйста. Хорошо. Приезжай. Спасибо. Отец. Ну что? Ну не смотри на меня так. Как хочу, так и смотрю, паршивка. Паршивка. Раскомандовалась тут. Ты, пожалуйста, позаботься о нем. Да! Кого мне еще просить? Ты же мой лучший друг. Ты не бросай его, ладно? Он, когда много работает, забывает все время поесть. Я ему говорю, ты ешь, а то язва будет. А он забывает. Ты напоминай ему, окей? Окей. И приезжай к нему в гости. Заставляй его с людьми видеться. В парк выводи. На улицу выводи. Окей? Женя. И еще. Когда все кончится, пускай отслужит католическую мессу. Ну все, папа. Все. Ты позови его, пожалуйста. Оливер, мне совсем не больно. Знаешь, на что это похоже? Как будто медленно падаешь с обрыва. Я понимаю. Что ты понимаешь? Мажор,
ты же в жизни своей никогда не падал с обрыва. Так было, когда я встретил тебя. Что за падение то было? Откуда это? Шекспир? Наверное, не помню. Ну да, ты же у нас блатной. Кто же это написал? Я не блатной, Дженни, ты же знаешь. Я честно поступила. Я закончила Рэдклифф. Я должна помнить. Я знала наизусть всю нумерацию произведений Моцарта в издании Кехеля. Знаешь, под каким номером идет концерт си минор для фортепиано с оркестром? Под каким? Я забыла. Ты, пожалуйста, посмотри дома. И завтра скажешь, окей? Окей. Окей. А мы так и будем говорить о музыке? Ты хочешь говорить о похоронах? Какая же ты дура. Тогда какого черта ты женился на мне? Сразу не заметил. Если бы ты уехала в Париж... Не хнычу. Я не хнычу. Не хнычь. Я не хнычу. Вот ты не хнычь. Вот я и не хнычу. Какой Париж, Оливер? Разве ты не понял? Чего я не понял? А не было никакого Парижа. Я его выдумала. На Диполанже, консерваторию, Париж, стипендию, все. Что ты несешь? А как ты мог поверить в эту чушь? Ты же учила французский. Кто тебе сказал? Ты же постоянно на нем говорила. Я повторяла одну и ту же фразу. Ландезье, ландикер, ландезье, ландикер. Я запомнила, когда соседка готовилась к экзамену по французскому. Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Я до смерти хотела выйти за тебя замуж. Правда? Больше всего на свете. Ты врешь. Обними меня, мажор. Нет. По-настоящему. Крепко-крепко.
спасибо, Оливер. Оливер, ты должен был мне все рассказать. Я хочу помочь тебе, сын. Дженнифер! Она умерла, папа. Час назад. Прости. Любовь, это когда не надо. Говорите, простите. Это Дженнифер. Так говорила.